Вот такой дождик уже у нас третьи сутки. На улице такие лужи, хлещет, еще идет. Еще идет, и идет, и идет. Ночью лил сильный. Сейчас капочки капают, но все равно. Ужас, ужас, все, лужи, кругом лужи. Вообще. Светопредставление. Вот так вот. Наш Биробиджан утонет скоро, наверное. Мало того, что вымокли все овощи, и сами, наверное, захлебнемся.